В регионе тем временем столкнулись с валом поддельных купюр. Сотрудники одного из банков нашли очередную фальшивку номиналом в 5000 рублей. Нарисованную купюру обнаружили, когда принимали деньги от инкассаторов. Скорее всего, поддельные 5000-е расплатились в одном из магазинов. В полиции подчеркивают, фальшивка очень высокого качества, и отличить ее от настоящей в банке смогли только благодаря специальной машинке. На купюрах, на полях, на белых, у нас должны быть водяные знаки. Здесь, как мы видим, на просвет водяных знаков мы не ощущаем. Это будет являться первым признаком, что данная купюра является поддельной. Также на поддельной купюре хорошо ощущается так называемая перфорация. Это множество отверстий правильной формы. Отметим, на настоящей перфорация неощутима. Поддельную банкноту продолжают изучать эксперты-криминалисты. По данному факту проводится проверка. С момента сбыта поддельной купюры до обнаружения ее в кредитном учреждении проходит достаточно большое количество времени. Это очень сильно затрудняет к установлению лиц, которые причастны к сбыту и изготовлению фальшивой купюры. Ну и добавлю, это уже 11-й случай в текущем году, когда удается обнаружить фальшивую купюру.